Школы Петропавловска в новом учебном году примут свыше 2000 первоклассников, сообщили в горадминистрации. Всего 2 сентября к занятиям приступят порядка 20 тысяч учеников. Выпускников в этом году ожидается 3 тысячи. Из них 9 класс должны закончить более 1900 школьников, попрощаются со школой 1111 классников. Праздничные линейки пройдут во всех школах Петропавловска утром 1 сентября. Основные торжества в День знаний начнутся в 13 часов на главной площади города.